В этом видео я хочу рассказать вам об известных людях, которые ушли из жизни на прошлой неделе с 11 по 17 декабря 2023 года. Не забудьте подписаться на канал, тогда вы не пропустите выхода новых видео на различные темы из мира кино и звезд. 11 декабря из жизни ушел актер кино и телевидения, режиссер и продюсер Андре Брауэр. Сообщается, что причиной его смерти стал рак легких. Недуг был выявлен несколько месяцев назад. Свой диагноз актер скрывал от общественности. Андре Брауэр начал сниматься в кино в 1989 году. Изначально он исполнял небольшие роли, и настоящая популярность к нему пришла лишь в 1993 году. В тот год актер начал играть детектива Фрэнка Пемблтона в сериале «Убойный отдел». Затем Андре Брауэр появился в телесериалах «Закон и порядок», «Практика», «Доктор Хаус» и в других. С 2013 по 2021 год актер также играл одну из ведущих ролей в популярном ситкоме «Бруклин 9-9». В 2022 году Андре Брауэр сыграл свою последнюю роль. Он появился в фильме «Ее правда», сыграв Дина. Также актера знают по работам в таких проектах, как «Последняя надежда», «Вор», «Мужчины среднего возраста», «Мгла», «Пассажиры» и по другим. В его фильмографии более 60 работ. В 1997 году Андре Брауэр попал в список самых красивых людей мира, составленный журналом People. Актеру был 61 год. 12 декабря из жизни ушел актер театра, кино и телевидения Марио Вальдемарин. В фильмографии актера более полусотни фильмов и сериалов. Среди них «Геркулес покоряет Атлантиду», «За доллары и славу», «Зимние каникулы» и многие другие. В частности, Марио Вальдемарин известен по работе в мини-сериале 1974 года «Анна Каренина». Актеру было 97 лет. Причиной его смерти стал коронавирус. 13 декабря не стало писателя, журналиста и сценариста Андрея Константинова. С февраля 1998 года он являлся генеральным директором и главным редактором информационно-аналитического агентства журналистских расследований. В период с 2004 по 2011 год Андрей Константинов возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов. С 2016 года и до конца жизни он был ведущим программы «Итоги недели» с Андреем Константиновым на портале Фонтанка.ру. Последний выпуск вышел за 12 дней до смерти журналиста. По романам Андрея Константинова был снят популярный телесериал «Бандитский Петербург». Также по его произведениям были сняты такие фильмы, как «Тульский токарев», «Умельцы», «Агентство «Золотая пуля», «Честь имею» и многие другие. Журналист и писатель скончался утром 13 декабря в своей квартире. Причиной его смерти стала тяжелая болезнь. Андрею Константинову было 60 лет. 13 декабря этот мир покинула актриса театра, кино и телевидения Зофья Мерле. В 1962 году она впервые появилась на экранах, сыграв небольшую роль Марины в фильме «Едут гости, едут». Также актриса снялась в таких фильмах, как «Шифры», «Комедия ошибок», «Тайна старого парка», «Мишка», «Клан», «Если кто знает», «Ночи и дни», «Девичий заговор», «Пан Клякса в космосе» и в других. Всего на счету артистки не менее 100 фильмов и сериалов. Зофья Мерле перестала появляться на экранах в 2009 году. В последний раз она сыграла роль в картине «Пиксели». Актрисе было 85 лет. 14 декабря не стало актера театра и кино Рамиза Меликова. С 1967 года актер играл на сцене Академического национального драматического театра. Помимо актерской работы, Рамиз Меликов работал режиссером и ассистентом режиссера при подготовке своих пьес. В кино он сыграл более 60 ролей. Рамиз Меликов впервые появился на экранах в начале 60-х годов. Зрителям актер известен по фильмам «Ищите девушку», «Именем закона», «Бухта радости», «Рыцари Черного озера», «Только ты» и по другим. Долгое время Рамиз Меликов боролся с онкологическим заболеванием. Актеру было 80 лет. Музыкант, певец и актер Ги Маршан скончался 15 декабря.
Он начал свою карьеру в начале 60-х годов в качестве эстрадного исполнителя. Первый успех пришел к нему в 1965 году, после того, как исполнитель выпустил песню «Ля пассионата». Помимо пения, Ги Маршан играл на саксофоне, кларнете и фортепиано. С конца 60-х музыкант начал сниматься в кино. В его избранную фильмографию включены такие ленты, как «Кузен Кузина», «Нестор Бурма», «Майское вино», «Безупречная репутация», «Ограбление», «Под предварительным следствием» и многие другие. За роль инспектора полиции в фильме «Под предварительным следствием» Ги Маршан получил премию «Сезар» как лучший актер второго плана. Он еще четырежды был номинирован на премию в этой категории. Актеру и музыканту было 86 лет.